Добрый день, клиенты авторазбора Гидрач. Сегодня у нас Toyota Land Cruiser 100, 99-й год выпуска, но сохранилось достаточно хорошо. Сейчас мы ее заведем. Двигатель 4.2, дизель, машина на механике. Отлично. Ручник не работает. Поехали. Стеклоподъемники работают. Там вот проведем тест на дымность. Машина не дымит, отлично едет. Буксует сцепление. Гнили пороги, двери живые, без коррозии, без ржавчины. Фаркоп, чуть подмят багажник. Стоят пружины. Ничего себе. Третий ряд сидений. Хоп. Хоп. Открывается. Ладно, с этим мы потом разберемся. Мы уже прокатились. Видео нарежем потом, как мы на нем катались. Крылья гнилые, промерили толщинометром, двери в порядке, опять же, пороги. Хозяин оставил на зиму машину в гараже, и пороги сгнили за зиму заодно, за один сезон. Toyota Land Cruiser 100, тест на выхлоп. Давай. Все, прилетело к норме. Все, спасибо. Еще снимем.